Добрый день, уважаемые зрители нашей онлайн-трансляции. Мы сегодня в Рязани, вторник, 29 сентября, и футбольный клуб Рязань на домашнем поле стадиона «Спартак», который вот он на ваших экранах, принимает футбольный клуб «Чертаново». Да, красивый план предвещает мою речь. Саша, давай сначала представимся. Сегодняшний матч с вами будут смотреть комментаторы Александр Блохин и Тимур Иванов. Представляешь, для достаточно полузащитника это. Защитника и да. Для опорного полузащитника. А тем временем в штрафной находится Чертанова. И какой хороший прострел мы видим. Только для вратаря сейчас вопрос, кто будет бить. Все-таки Колтакова оставляет. Синютина и гол! Девятка! 13-я минута встречи. Капитан рязанской команды открывает счет. Нет, вице-капитан, Саш, да. Капитан Ксения Цебутович, а вице-капитан Анна Синютина пробила Диану Пономареву. Диана достала до мяча, но... Девятку бы просто перевела. Да, вот, давай знаешь, еще раз. Кажется, обманули. Посмотрим. Обманули сейчас. А не было рикошета? Не Нет. было, да. Позиции... Ой, и вот передача, да. Выход один на один. Свой удар, и с левой ноги не получается удар у Марии Выкович. Андреева поднимает руку, да, от нее подача Андреева и по своим воротам, да, практически получился удар. Сильный слишком, но вот подача здесь и опасно. Сначала Маргарита выходила широкого из ворот, но вот потом успела она занять позицию. Нет, она этот раз не она решила. Подача на ближнюю штангу, и скидка получилась, и угловой. Это да, не скидка, там рикошет был. Да, совершенно верно. Это свисток. Перерыв у нас после первого тайма 1-0. Ведут футболистки Рязани ВДВ. Единственный гол в ворота Чертанова отправила вице-капитан рязанской команды Анна Синютина со штрафного. Футболисты в стенке, кстати, 4 футболиста, несмотря на это. И действительно удар. Это и опасно. Опасно, это да. Очень опасно. Да. Дальше на Дергаусу. Дергаусу под правой ногой. Да, это удар. И вот неплохо. Неплохо. Шабаршин руки вроде бы развел в стороны, но удачно для ее команды складывается этот Вуковичу момент. Вуковичу посаду касание. Офсайд был, да. Но... Все-таки мяч все-таки мяч поправляет. Да. Плохая примета для вратаря. Крикнула Пономарева я, и, собственно, да, была первая на мяче вроде бы. Хотя... Ну, по-моему, Вукович коснулась, смотри. Проткнула? Да. Нет? Ну, мне такое кажется, это... вот она по... Да, погладила с первого мяч, повтора да. казалось, что да, а вот со второго уже, наверное, не так. Такие финты Туриева. И вот заброс уже на Лазареву, вот она мчится к чужим воротам, и... Что, и удар? Удар, и была, попадает в Диану Пономареву. Здесь... Можно только похвалить Диану Пономареву и... Стояла конечно, она до последнего на своей позиции. Но мяч... Ну правильно да. Все надела. Нужно было расставаться с мячом. Здесь, наверное, нельзя Елизавету пожурить за эту передачу. Рывок она совершила да. такой, серьезно. И фол у пределов штрафной. Удачно получается у Рязани ВДВ. Что сейчас? Подача. Момент для гола. 2-0. Да, и снова дотягивается до мяча Диана Пономарева, но ничего не может сделать. Прекрасная подача от Виктории Дергаусовой и прекрасный гол. Гол от Надежды Колтаковой. Да. Делает она счет 2-0. Долго к этому шло, конечно же, но вот только сейчас второй гол смогла забить Рязани ВДВ. Очень хорошую назад, скорость. Подача Цебутович и удар! Да, снова доходит до это удара. Лазаревич. Да. Нет, прости. Вот у Завадкина мяч, она подачу все-таки делает, дойдет мяч. Нет, доходит до Красновой. До Красновой. Что? Пас вот не получился ударил у Ксении Алпатовой. Очень-очень опасно было. Да. Краснова! Классный пас! Чичкава! Под левую убирает. Кристина, удар! Ох! Диана Пономарева и Кристина Чичкава просто... Самый красивый эпизод матча. Вот. Абсолютно точно. Да. Красивейший удар Кристины Чичкало. Он еще закручивался туда. Ну вот Диана Пономарева в этой ситуации выручила свою команду. Там уже на помощь пришла и Ася Туриева, Андреева. Хороший перевод как раз Комиссарова. И вот неплохая вроде бы подача. И все, финальный свисток от Веры Опейкиной. Победа Рязани ВДВ. Команда выходит на третье место в турнирной таблице. И продолжает бороться за бронзовые медали. Подведем итоги. Счет Рязани ВДВ открыла со штрафного после удара Анны Синютиной. Да. И во втором тайме преимущество... удвоила Надежда Колтакова. Кстати, голевая передача на счету Виктории Дергаусовой.